Ну да, еще эту шару. Здравствуйте! В ближайший час вы будете смотреть прямую трансляцию. Я призываю вас быть активными, задавать вопросы, потому что сегодня будет насущная и важная для города тема. Это инфраструктура и благоустройство. Звоните, пишите по телефонам, которые вы видите на своем экране. Это 636-27-360 или 29-18-53-71. Также на адрес электронной почты можно написать ktvt@kursmstv.lv. А сегодня у нас в гостях заместитель председателя Венспилской городской думы Дидзи Сошникс. Добрый вечер. Член комиссии по развитию города Айгу Гутманис. Добрый вечер. И первый заместитель председателя Венспилской городской думы по вопросам сотрудничества Гунтис Блумбергс. Добрый вечер. Я обычно, вы знаете, люблю начинать с сюжета, но сегодня решила немножечко поменять стратегию нашей трансляции, и поэтому сразу начнем с конкретных вопросов. Когда планируется сделать освещение пешеходного перехода на перекрестке Александра и Юрас? Значит, работы там уже начаты, там проложен кабель. Я думаю, что в конце этой недели будут столбы тоже поставлены, и перед передачей я спрашивал у Андреса Каусенекса, который в курсе по этим работам. Он сказал, что наверняка в конце этого месяца или в начале мая будет закончены эти работы. И пешеходный переход будет освещен. Я думаю, что можно еще напомнить, что у нас в городе уже существует ряд таких пешеходных переходов, да. Это можно сказать, назвать на Сарканмуиш-Дамбис. Там 4 таких переходов уже установлено, да. А таких переходов это каких? У нас же много переходов. Ну, чем они отличаются? Освещенных. То есть какое-то, которое яркое освещение, да, очень хорошо видно, да? Ледовское освещение, да. И водителям все-таки можно лучше видеть пешеходов, особенно в темное время, когда человек хочет перейти, тогда меньше безопасно. Да. В прошлом году было в Венспилчане, может, кто живет у девятачки, высшей школы, помню, где Диана, там около порука сделан. Это освещение идет, точно это переходная часть, где зебра, она освещается. И, как Айго говорит, было у нас мы самоуправление, были, чтобы люди подавали, была возможность где это сделать. Мы тогда обсудили все на развитие комиссии города. И вот выбрали, так как вот было это переходное, Сарканмуиш-Дамбис. Я знаю, что это я тоже тогда сказал, второй средний, где Павла, да, Кулдегас Павла, да, там всегда эта аллея, там темновато, там школьники идут и все остальные. Люди могли высказаться, где мы там смотрели, все осуждили, вот выбрали такие. Это вот одна и Юрас этой. То есть, когда будет закончено тогда все это? Я сама проезжаю на машине, вижу, столбы уже есть, да? В принципе, или в конце этого месяца, или в начале мая будет уже закончен конкретно этот переход. Начало мая – это следующий день. Да. Так есть. Да, отлично. Ближайшие недели две, скажем. Вот сегодня, переводя вопросы и читая их, для меня тоже стало новостью, что, оказывается, в нашем городе будут устанавливать подземные мусорные урны, даже не знаю, как это назвать. Расскажите, что это за новинка такая у нас в городе? Это новая, можно сказать, такая инициатива и идея. Это наши специалисты видели эти идеи на выставке, они посещают эти выставки в Германии, там они через каждый второй год происходят, да. И, в принципе, в Европе уже это не новое, это уже у них существует, и они работают именно с мусорные эти емкости, они устанавливаются или полностью под землей, или наполовину под землей. То есть речь идет о внутренних кварталах, то есть об обыкновенных мусорных урнах, которые мы каждый день выбрасываем бытовые отходы, да? То есть у нас в городе принято такое решение, что мы установим 4 экспериментальных этих контейнеров, да? Угу. Я могу бы назвать и улицы. Конечно, очень интересно, где это будет. Значит, это будет, где-то было адрес тоже. Юрас 3А, потом Лилайс проспект 36, Александр, улица Александра 7 и Лидота улица 15. Значит, там два вида от финской фирмы, которые
ну, производит эти контейнеры. Один будет полностью вниз, и второй будет наполовину вниз. Да? И вторая фирма у нас немецкая тоже, ну, как образец взят, один тоже контейнер, который будет полностью под землей, а второй наполовину. И они будут, ну, экспериментироваться в течение целого года, чтобы были все, ну, и весной, и летом, и зимой, то есть как они эксплуатируются, как их вычищать, выгружать, да, при морозных условиях, ну, разных условиях, да, и тогда уже после года эксплуатации вот этих экспериментальных контейнеров будет приниматься решение, то есть на какие контейнеры все-таки надо идти и именно какой вариант выбрать. То есть эти контейнеры уже будут этим летом установлены? Да, они сейчас в этом летом будут. Вот сейчас происходит реконструкция на Юрас 3А. Там конкретно один из элементов установка этого контейнера. То есть в этом летом уже будет. Опишите, как это все происходит? Ну, я выхожу с мусорным ведром или с кулечком, и что я делаю? Ну, как? Будет контейнер под землей. Да, я же его не вижу. Открываете крышку и выкидываете. Да, там педаль, которая, ну, чтобы не трогать не надо. Ну, да, чтобы гигиенично было. Открывается. Специально выбрали педаль. То есть я нажимаю педаль, открывается крышка, и выкидываем, да. И там, в принципе, под низом всегда константная температура, то есть летом не будет нагреваться этот контейнер, не будет столько этих запахов неприятных. Да, и тоже люди, которые роются по контейнерам, они тоже не смогут там беспорядки наводить, как сейчас это происходит. Ну, птицы тоже, да. И птицы тоже, да. А как же их опустошать будут? Там будет машина, специально оборудование, она будет поднимать этот контейнер, ну, емкость этого контейнера, и высыпаться, ну, в кузов большой такой, и вывозиться на свалку. Это каждый день будет происходить или планируется, что это теперь реже машины будут задействованы? То есть должна быть какая-то выгода? Нет, каждый день, я думаю, что это не будет происходить. Видимо, когда будет он полный, тогда будет вывозиться. Но это не значит, что через неделю, там может быть 2-3 дня, ну, по эксплуатации, сколько там наберется, ну, этого мусора, за какое время. А как мы понимать будем, что набрался, там будет где-то уровень какой-то? Не, ну там, я говорю, это... Или когда уже человек сверху прыгает, чтобы... Это экспериментные, ну, контейнеры, и там же будут люди следить за всем этим, ну, и наблюдать, как часто надо выгружать. Ясно, спасибо. Поэтому это и есть эксперимент, надо ответить на всех ваших вопросов именно вот... Опытным путем сначала все попробовать. Да. Но я так понимаю, что вы называли дворы, которые все, это все благоустроенные уже дворы, да? Ну, не все. Один... Кроме Лидотая. Лидотая 15 и Юрас 3. Они благоустройство. Да, ну вот сейчас как раз... В этом году, да. Да. А те две другие, они уже готовы, но там надо просто... Сделать эти мосты. Ну, давайте все-таки посмотрим сюжет о благоустройстве внутренних кварталов. С ранней весны в Венсполсе возобновляются работы, связанные с улучшением инфраструктуры. Особое внимание горожан привлекают проекты по благоустройству внутренних кварталов. В этом году работы продолжатся. Уже сейчас ведется реконструкция внутреннего квартала на Страдане 17А. В этом дворе по адресу Целтнику 2А установят новые игровые элементы. В детском городке продолжаются работы по укладке резинового покрытия. Также здесь установят новые качели, доступные для детей-инвалидов в колясках. В этом году завершат работы по благоустройству двора на Инженеру 73, 75, 77. В марте в Венсполсе зародилась новая традиция, благодаря которой горожане могут внести свою лепту в благоустройство дворов, приняв участие в работах по озеленению. 29 марта венсполчане участвовали в посадке деревьев во дворе Юрас 3А. 20 апреля на Дзинтеру 28.30. Вот всего двора, вот подъезды все уложили нам, и там стоянки для машин. Вот теперь только нужно озеленить. Поздно осенью завершили работы. Тогда уже нельзя было сажать деревья. Для этого должны быть определенные климатические условия. Сейчас природа просыпается, и можно сажать. Сажаем деревья, 9 боярышников и 308 кустов. Сажаем вместе с жителями. Все красиво будет расти. Это же мой город. Главное, это наш двор. Хочется, чтобы было красиво. Люди не очень любят работать с землей. Им больше нравится что-то вытаптывать, что-то вырывать.
ломать. Это мое мнение. Для венсполчан давно стало привычным делом участвовать в работах по улучшению окружающей среды. Горожане не остаются в стороне во время субботника по изготовлению скворечников, по посадке подснежников. А когда город устанавливал рекорд Гиннесса, всем желающим принять участие не хватило места. Не остаются в стороне и некоторые учреждения. Например, клиенты и работники Центра социального ухода Сылга ежегодно весной приводят в порядок прилегающую территорию. Убираем окрестности, собираем прошлогодние листья, которые остались, пропалываем цветочные клумбы, обрезаем кусты. Окружающая среда однозначно должна быть в порядке. Чем меньше мы будем мусорить, тем меньше субботников надо будет проводить. И толока будет только приятным совместным времяпровождением. Хочется жить в чистой и ухоженной Латвии. Уже 6 мая горожан вновь приглашают принять участие в акции по озеленению города, во время которой каждый желающий сможет посадить свое дерево. Я хочу поблагодарить всех, кто нас смотрит и кто присылает вопросы. Нам активно звонят. И Валентина спрашивает, нельзя ли оградить площадку, на которой расположены мусорные контейнеры по улице Александра, 9. Им пользуются жители 5 домов. Возле мусорников всегда валяется много бытовых отходов, мебель и так далее. Ветер разносит мусор, и получается помойка. Александра, 9. По-моему, это тот же Александра квартал, 7. Где находится Александра, 7. Именно поэтому и мы решили с этого начать. Как раз там и будет эти новые подземки, да? Ну, если так можно выразиться. Потому что просто огородить – это не решение. И там надо... Ну, мы смотрим, что это будет. То есть, скорее всего, Александра, 9 входит в этот квартал, да? Да, да, по-моему, так есть. Это приятная новость, я думаю, для Валентины. Да. Какая-то венсполчанка позвонила, хочет поблагодарить команду Аверса Лембергса и сказать большое спасибо. И спрашивает, не планирует ли самоуправление благоустроить внутренний квартал по Сигулдес 29? Угу. Внутренний квартал Сигулдес 29, это получается... Да, я знаю. По-моему, это то место, где мы прошлый год приняли решение купить, выкупить эту землю. Да. И будем смотреть в 2018 году эту программу. Ну, мы обычно 4-5 вот таких кварталов за год делаем. Да. Прошлый год был исключение, поскольку не было европейских денег, да, не пошло еще. Но обычно там 3-4-5 максимум кварталов, и будем смотреть, и может быть, и следующее будет именно Сигулдес 29, да. Это порядки, порядки... По очереди, да. Да, очереди, да. А сколько вообще всего подсчитывали, сколько кварталов надо было бы привести в порядок? Ну, есть примерно, такой, примерно больше половины сейчас сделано, да. Ну, еще работы много. Да, еще надо делать. Как раз в сюжете был внутренний квартал на инженеру 73, 75, 77 и спрашивают, когда же закончатся там работы. Ну, вот видим погоду сейчас. Снег пошел, да, даже. Ну, плюс 10 надо среднюю температуру в сутки, да. И тогда будем делать. Мы хотели уже сделать это 2 недели назад, потому что примерно вот в апреле, вот по среднем, да, плюс 10 обычно поступляет, как-то в серединке апреля. Под этими игрушками надо поставить это мягкое покрытие, да? Мягкое покрытие, тогда специально эту температуру надо. То есть, в принципе, летом уже смогут пользоваться площадкой? Не мая, лето, мая 15-го, надеюсь, что будет все. Погода у нас... Мы надеемся, что в мае будет лето. Это есть лето. Это весна такая, поздняя. Так, мы участвовали в посадке деревьев на Юрас 3. Очень понравилось, когда же еще будет что-то подобное. Да, в этом сюжете, что показывали. Да, как раз... Был этот сюжет, где была посадка именно 2 недели назад, это мероприятие происходило. Значит, следующее мероприятие по посадке деревьев намечается на 6 мая. Значит, в 11 часов приглашается на посадку деревьев на улице Берзус от Зважню до Ганиву в этом перекрестке. Uh-huh. Там будут посажены гималайские березы. В 11 это посадка, да, будет происходить. Да? Да.
Через полчаса, ну, время очень короткое, да, будет следующая посадка на улице Курземес от участка от улицы Сигулдас до участка улицы Руинес. Значит, там будут посажены 105 деревьев, там будет дуб и клёва. И клён. И клёны, да. То есть вот эти ближайшие вот мероприятия. А как выбирают вообще, какие деревья сажать? Я заметил вашу мимику, когда Айго сказал... Про гималайские деревья. Да. Это ничего такого особенного по существу, потому что такие деревья уже имеем в Вентспилсе, да? И они очень хорошо себя оправдали на улице Порука и на улице Крусткална. Именно на Крускална, где Педзиум парк, да, у нас, там они очень много, и они очень хорошо себя чувствуют в Вентспилсе. Рядом парка идет. Они отличаются немножко от наших, ну, обычных берез, да, немножко поярче этих белые оттенки, да, и побольше. Ну, кора немножко иная, да, и сама вот эта листва, она тоже такая, ну, такая, как это, спидига, да, это блестящая, да, сверкающая, да. Ну, такие выбираем сейчас. Ну, да. И по курсам, мне кажется, мы же начали под виадуктом, да, так идет все время там. Это уже... будет там четвертый дуб. Год подряд, когда делается эта посадка курсам, но это тоже... Ну, надо делать, потому что там это железная зона, дорога. Индустриальная зона, да. И, мы-то постепенно идем. Канбас у нас тоже были посадки. То есть мы этим занимаемся. Вот другие в Латвии делают большой субботник. Мы, в принципе, эти субботники несколько делаем весной, да. И у нас несколько этих субботников происходит, да. И мы, в принципе, эти работы делаем большинство вот в нескольких. То есть может любой человек прийти, выбрать дерево, посадить и сказать, вот это дерево. А я вот хотел повышать, и надо идти специально, потому что я, ну, часто мы сажали на Талсу, улица Талсу, которая рядом Удыке, помню, на Курземес, где там... И я даже всегда, вот я посадил дерево, где, когда выезжаете из Вентспилса, если Свейцина, и, ну, когда или приглашается, до свидания, говорится, и специально последнее дерево. Вот часто в Ригу еду обратно, всегда я здороваюсь своим деревом, посмотрю, как она растет и как это. И я знаю пару в местах, еще где сажал. Ну, я думаю, это очень прекрасно, когда ты идешь и видишь, ну... Но женщины тоже могут сажать, или это тяжело? Вот, нет, женщины и маленькие дети. Вот был последний субботник вот, на Юрс 3А. Очень много местных жителей, которые живут в этих домах, приходили и с удовольствием сажали. Просто когда я вижу, когда заколачивают. Ну, вот, это бизнес. Есть мужские работы, есть женские работы. Потому что сажать вот эти большие вот саженцы, это не такая простая работа. Да. Поднять и поставить. А там надо их еще прикрепить, ну, с веревкой, да. Вот это типичное дело для женщин, потому что они очень аккуратные, да, и точно делают эту работу. Ну, мы посмотрели сюжет о благоустройстве в основном внутренних кварталов. Территория, которая принадлежит самоуправлению. А сейчас мы посмотрим сюжет о том, что можно, оказывается, благоустроить свои дворы, которые частная территория является. Программа поддержки и благоустройства внутренних кварталов подразумевает, что самоуправление приводит в порядок территорию, которая находится в его ведении. Однако Вентспилсская дума призывает горожан пользоваться возможностью получить финансовую помощь от самоуправления для проведения мероприятий по благоустройству внутренних дворов. Как оказалось, в Вентспилсе много предприимчивых домоуправов. В Визма Крусберга работает управляющий домов по адресам улица Католи, 34 и ЛЛС Проспект, 67. Мне кажется, что нам повезло просто, что жители понимают, что надо лучше жить, и делаем все, что, ну, что сможем, сколько денежный фактор. Ну, самое главное, сколько денег у нас есть. Ну, в принципе, так, если у нас наши деньги есть, тогда мы можем быстро все сделать, правда? А, ну, например, тротуар сейчас сделаем, да, но здесь не было в этом доме, в 34-м. Зато, ну, спасибо дому и спасибо коммунальщикам, что они, ну, дали возможность.
Ремонт тротуара у дома начался 18 апреля. По словам управляющей, это первое софинансирование Венспилского самоуправления, которое они получили. Работу по благоустройству планируют завершить в начале июня. Благодаря инициативе жителей дома и ее домоуправа, из года в год улучшение происходит за счет общих накоплений. Если у тебя, у нашего предприятия, ну, общество есть деньги, тогда все очень быстро. Можем, да, ну, планируем и достанем вот этих бригадов. Можно большие планы строить, большие, но только все зависит от средств. Сколько есть, сколько можем. Во внутреннем квартале дома на улице Яня Порука 13 уже завершилась первая очередь благоустройства территории. Первоначально самоуправление планировало привести в порядок двор дома номер 11 на той же улице. Однако, прислушавшись к просьбам домоуправляющей, включила в планировку 13-й дом, присвоив софинансирование в размере 80%. Нам отремонтировали въезд, тротуары, проезжую часть. Все уложили кирпичиками. Раньше тут была очень узкая улица. Мусоровоз комбината благоустройства не мог нормально проехать. Проезд был узким. Был поврежден и угол тротуара. Майя Плявара активно сотрудничает с жильцами своего дома уже 12 лет. Благодаря ее предприимчивости в доме неустанно происходят улучшения. Были проведены работы по утеплению стен. Это снизило и экономические затраты на теплоснабжение. Жильцы радуют Майю отзывчивостью. Я хочу похвалить жильцов своего дома. Они сознательно оплачивают счета за обслуживание. Я очень рада за них. Сегодня у нас будет общее собрание. Я их поблагодарю. Только подумайте, из 84 квартир проблемная только одна. Софинансирование самоуправления для проведения мероприятий по благоустройству внутренних дворов способствует повышению уровня качества инфраструктуры Венспилса. Ну что ж, я думаю, что мы тоже можем призвать быть остальных венсполчан активными, участвовать в этой программе. Там же нет ограничений, в принципе. Подавайте проекты, да, и ваша территория тоже будет благоустроена. И, да, и я хочу сказать, что эти две женщины, которые мы в сюжете видели, они, конечно, активны, но и Парвенти очень активные, эти домоправы, да. И, конечно, я благодарен, что, например, Целтную Куила, и когда строился этот квартал Эмбутес и Угалс, да, ну, все были заинтересованы, и они сумели, ну, толково объяснить своим жителям, что надо вместе это делать, потому что потом уже не соберешься. И эта организация, это очень-очень хлопотливое дело, да. А когда вместе со управлением это делается, да, тогда вся бюрократия, это вообще там без проблем все происходит. Ну, наглядно я была на Дзинтеру, где закончилась реконструкция зеленения, сейчас были, и там как раз Страдания 21, этот дом, да, у него частное, и сразу видна огромная разница, там ямы на дороге, и тут же все благоустроено, в принципе, они упустили какой-то шанс, можно было одновременно, да, сделать все. Да, верно. Продолжаем отвечать на вопросы. Слышал, что у озера Бушнику планируется построить новые мостки и смотровую башню. К лету уже все будет готово? Расскажите, что это за проект такой? Значит, да, Евросоюз предлагает и такой проект, где можно, ну, исходя из этого проекта, можно делать благоустройство именно на озеро Бушников. Значит, там планируется в этом летом построить велосипедную дорожку. Продлить ее, наверное, продлить, да? От лодочной станции до улицы Талсу, да. Потом и пешеходную дорожку именно по этому же маршруту, ну, рядом, да, где люди могут проходить. И это позволит уже объехать вокруг озера на велосипеде, да, когда, ну, и которые люди ездят. Ну, там и сейчас можно, но там, получается, по проезжей части приходится ехать, да? Ну, и часть там будет намного удобнее, да, это все. Потом, исходя из этого проекта, будет такая дорожка, ну, по берегу озера, который будет проходить по трясине, да, и там, ну, идея такова, что люди будут походить по этой дорожке и смотреть, ну, птицы, там природу, там будет именно такие места, где будет остановка, ну, смотровые площадки установлены, да, и этот, по-моему, где-то 170 метров будет эта дорожка проходить по этой трясине, да, и там можно будет наблюдать за птицами, ну, за всем живым, которые, ну, существуют на озере, да.
Потом еще в масштабе этого проекта планируется, ну это немножко попозже, смотровая башня, да, ну такая башня, да, да. Ну, где могут люди подниматься и смотреть окрестность. Можно будет и море видеть, и далеко в лес можно будет видеть. Но этот вопрос еще ну, не до конца решен. Именно в каком... Ну, место вроде мы знаем, где оно будет, да, но само, как будет эта башня выглядеть, еще ну, происходит обсуждение. Ну, я немножко уточню. Да, вот, да. Мы, ну, технически это уже ясно рассмотрели. Но проблема в том, что еще нет ресурсов для постройки этого. То есть в этом году мы пока не ждем этого? Нет, ни в коем случае. Если удается нам привлечь европейских денег, тогда мы, конечно, начнем это в этом году. Но не можем сказать, пока еще не получили это. И может оказаться, что даже нам не присвоит да, тогда... этих денег тогда, конечно. Это уже другой проект. Стоимость проекта? Ну, порядка 95 тысяч, да. Ну, это по башне. По башне, да. По дорожке это ясно, что будет. По башне. Это ясно. По дорожке это 240 тысяч, ну, расценка проекта вместе, да. И там где-то 140 получается от Евросоюза деньги, да, и где-то 100 самоуправления. Ну, так эти деньги тысяч. Получены уже да. на да, дорожке? Да, да. То есть они будут сейчас... Да, они после 30 июня начнутся работы, потому что там есть на данный момент запрет, потому что птицы откладывают яйца, и там ну, нельзя их тревожить да, в это время. И после 30 июня заканчивается этот процесс, и тогда можно начать эти строительные работы. Осенью откроем. Мы вместе опять. Прокатимся. Ну да, мы вместе прокатились от Талсу, где помню. Было, где можно ну, плавать до Лодос. Ну, это было где я наблюдала есть, за да. этим процессом. А потом сейчас будет вдоль озера, можно будет и вернуться. Вокруг вернуться до Талсу. Прошлым летом место для купания на улице Абулу было очень популярным. Не планируете ли его расширять? Нет, расширять не планируется, потому что я там тоже даже несколько раз летом ездил на велосипеде, подъезжал, посмотрел, как люди отдыхают там и купаются. Там эта зона купания так и будет, ну, ну как она сейчас существует, да. будет существовать. Там есть кабина для переодевания, там есть биотуалет. И там планируется еще сделать такое место, где можно бы удобно лодку в воду пускать и потом из воды ее доставать. Да? Вот это еще планируется. Ну, там ну, специально... Такой причал? Да, ну, маленький причал. Там, где там есть такой заливчик. Заливчик и это, в принципе, тоже позволяет Европрограмма, да, самоуправление участвовало и получило отзыв от этой программы. И там эта сумма получается 170 тысяч. Общая сумма, да, для этого всего. Ну, в эту сумму еще ходит лодка, потому что полиция самоуправления занимается ну, охраной, то есть рыбных ресурсов, да, то есть они следят и на улице, за бушниками, и для этого им нужна специальная лодка, оборудование для этого, это оборудование, ну не оборудование, а технические средства вспомогательные, да, там рации, потом там тепло, такие, ну, камеры, которые там указывают, что если люди... Бандит сидит да, в кустах. И вот именно эти активности тоже в этой программе можно будет. И для этого, я говорю, общая программа где-то 170 тысяч, 115, по-моему, Евросоюз выделяет, и 50 где-то самоуправление. И такое же, как на Абулу сказали, где опускается лодка, и можно поднять и на бушник будет сделано тоже. Да. Ну, будем ждать, когда это все случится. Но самый масштабный, наверное, и то, что замечают все, работы ведутся, конечно же, на площади Лиелес. И сейчас сюжет о том, что там строится и как ведутся работы.
Фонтан «Фрегат Валзовс» получил золотую медаль на международном конкурсе дизайна в Италии. Новейший фонтан города высоко оценили в номинации «Ландшафт» и «Садовый дизайн». Несмотря на то, что у Валзовса это был первый сезон, фонтан немецкого архитектора получил высокую оценку и на латвийских конкурсах. Завоевав приз инноваций технологии и дизайна на конкурсе «Приз латвийского строительства 2016», также «Фрегат» удостоился первого места на смотре «Лучшее строение Латвии» и получил приз года Латвийского союза дизайнеров. Архитектор Дэвид Кук создал всю композицию площади, начиная с ее перепланировки и разработки проекта фонтана, заканчивая проектом концертного зала, в стенах которого будут заниматься студенты Венспилской музыкальной школы. Сейчас ведутся работы над укреплением свай. Каждая из них оснащена геотермальными трубами, так как здание музыкальной школы будет энергоэффективным. Сейчас проводятся работы по созданию системы подземной вентиляции и над созданием внешних инженерных коммуникаций. Главное предприятие – объединение Меркс и Остас Целтникс. А они уже приглашают субподрядчиков. В этом году Венспилская музыкальная школа разработала новые программы. В здании школы будет находиться уникальный инструмент – акустический орган. Чтобы получить софинансирование нескольких фондов, соблюдено условие, что будущее здание будет энергоэкономичным. В сваях будут специальные трубы, которые обеспечат работу теплового насоса. Это, в свою очередь, обеспечит здание отоплением. Если не в полном объеме, то хотя бы частично. Также обеспечит вентиляцию и охлаждение в летний сезон. Это новаторское решение для Латвии, и этот опыт можно будет использовать на других объектах. Строительные работы идут по графику. В землю было вбито несколько сотен свай. Строительство не прекращалось даже в самые холодные зимние дни. Конечно, работают не только в рабочие дни, но и по выходным. Работаем не только для того, чтобы успеть срок, но и чтобы работа была сделана качественно. Чтобы в летний период венспилсчане могли с комфортом гулять на площади Лейлайс, строительную часть отделили от территории фонтана забором. В прошедшую субботу фрегат Валзовс торжественно включили. Ну, нам поступили еще вопросы. Я думаю, мы, может быть, еще вернемся к строительству музыкальной школы. Но я вижу, там все в порядке, работа идет. Но вот жители волнуют. На детской площадке, расположенной во внутреннем квартале Саркан Мужес и Бривибас, за бывшим магазином Элви, раньше было 4 скамейки, теперь только 2. И это неудобно. Так, уже спрашивали об этом. Самоуправление ответило, что уточнит, кому принадлежит эта земля. Mm-hmm. То есть я так понимаю, что вы уже в курсе этих дел, да? По-моему, был вопрос насчет детской площадки. Мы уточнили, кому это принадлежит. Мне кажется, про эти скамейки звонили тоже во время одного из эфиров прошлых, да, и что не на чем посидеть. Да. Ну, прямо скажу, что мне было очень легко найти этих два детских площадок, так. И мы уже решили, что новый бюджетный год будем программы ставить этот. Это вот в том квартале, в том, да? же квартале, mm-hmm. и что их надо обустроить с резиновым покрытием. Mm-hmm. Но этих скамеек я не нашел, поэтому я бы хотел обратиться... То есть вы не нашли вообще ни одной скамейки? Не, конечно, нашел, но именно которые четыре находятся и где... Как может человеку позвонить и сказать конкретный адрес? Схему нарисовать или... Ну как? У нас же есть много способов, как подойти к самоуправлению. Во-первых, это пойти сразу в Думу, в канцелярию, оставить завещание. Потом можно написать, сфотографировать с телефоном и послать сейчас по e-почте, да? Вот, да, хотя бы ко мне. Dizis.osenex@ventspils.lv. Присылайте, я отвечу. Ну, в принципе, можно даже попробовать еще раз перезвонить, уточнить конкретный адрес, да. номер дома, адрес может не быть, только, да? но там надо, понимаете, этот большой квартал, и там... В общем, если есть возможность, прямо сейчас фотографируйте, присылайте в эфир, мы посмотрим, да. что это за место. Идеально, да. Еще один вопрос. У дома по адресу Саркан Мужес 3 не установлено ни одной скамейки.
Пенсионерам негде присесть и обсудить, за кого голосовать на предстоящих выборах. Сарк моей сестры, это, по-моему, это Венспилс некстами и пишеми, это заведующий или как это, абсолютный квотер. Да, управляющий. И, конечно, они будут ставить этот вопрос на Копсупулце, да, потому что если ставим на землю вот приватизированного дома, как уже в сюжете говорила, что аж до 70% мы софинансируем таких, и именно скамейки получается 70%, так что милости просим, просто обращайтесь в Венспилс некстами и пишем, пускай они потребуют от самоуправления 70%, и, конечно, скамейки будет стоять там. Да, еще вопрос. Мужчина позвонил и спросил, не будут ли как-то улучшать двор по адресу Страдания 21. Дом управ не очень активно идет навстречу жильцам. Что могут сделать сами жильцы, чтобы их квартал благоустроили? Я знаю вот этот адрес, да. Мы как раз на прошлой неделе, когда сажали вот этом квартале, подошли вот именно Страдания 21. Да. Там не просто, я сразу прямо скажу, потому что эта земля не принадлежит жильцам, да. Это принадлежит частной персоне. И там, конечно, как это решать, легко, если есть... ведь решают собрание жильцов, да. Они же большинство. Если есть инициатива от жильцов, что надо построить этот квартал, да, тогда 75% мы сами финансируем эти работы. Да. А если построить просто брусчатку новую на частную землю, тогда 50% софинансируют. Вот во сколько примерно обходится, я так понимаю, там хочется дорогу им явно, которая к дому прилегает, сделать тротуар. Примерно? Примерно. Очень трудно сейчас назвать цифру, потому что там от многого зависит. Если просто такие ремонтные покрытия, хотя бы новую асфальтный слой поставим. Потому что там ямы сплошные. Да. Я там прикинул общую стоимость где-то порядка 20-25 тысяч. Если 75% это от самоуправления идет, да, посчитайте, где-то 5-6 тысяч от жильцев. От дома, да. Это не такие большие деньги, потому что там 8 этих подъездов, да. Там длинный дом. Да, и там много квартир, это не так много. То есть жильцы единственное, что могут сделать, это только настаивать и требовать от своего дома права, да, активно. Либо поменять дом управы. И брать пример от соседов, они же уже делают. Многие там. Парвент очень активный. Правда, и поменять. Дом управы, да. Многие интересуются, конечно, какие улицы в этом году будут реконструированы, поэтому давайте посмотрим сюжет об этом. Парвента, улица Талсу. Это место, где развивается индустриальная зона порта. Построенные в советские времена здания снесены, чтобы уступить место новым строениям. Вкладывая в инфраструктуру, Венспилский свободный порт обеспечивает лучшие условия для развития портовых терминалов и промышленности. Это транспортные линии, чтобы привезти сырье и увезти готовый продукт, потому что рынок Венспилса очень маленький, даже в Латвии рынок очень маленький. Если мы посмотрим, тогда те предприятия, которые Венспилсе, они производят свои продукты Венспилсе или товар Венспилсе, они 98% все идет на экспорт. Да? И от того Латвия и Венспилс мы становимся богаче, потому что мы продаем, нам платят деньги. Да? Еще планируются работы по проектированию Северного мола, для чего будут привлечены средства из фондов ЕС. Этот мол недоступен для прогулок, как Южный. Он служит важным объектом портовой инфраструктуры. Продолжится работа и по строительству улиц. Уже в 2018 году планируется построить 19 участков подъездных путей протяженностью более 12 километров. На реализацию этих планов потребуется 19 900 000 евро. 85% от общих расходов должно составить софинансирование ЕС. Срок реализации проекта 2022 год. 20 лет назад мы начали думать, как развивать город, как развивать индустрию в городе, да, становился вопрос, а что мы можем им предложить.
надо создавать какие-то конкурентные преимущества. Да? И инфраструктура – это одно из преимуществ, которое было создано. Да? На сегодняшний день все дороги отремонтированы, подъездные пути к индустриальным зонам существуют, подключение к электричеству, воде, канализации – все существует, все приведено, чтобы предприятия могли подключиться и работать. Строительство и содержание – это основные задачи управления Венспилсского свободного порта, создавая таким образом комфортные условия для тех, кто арендует причалы, развивает свой бизнес на территории порта. В этом году планируется увеличить мощность перегрузки у универсального 12-го причала, где осуществляется ремонт железнодорожных путей. Также будут отремонтированы участки железной дороги и возле терминалов, где груз перегружают Венспилс Грэнд Терминал, Венспилсский торговый порт и фирма Your Home Latvia. Вопросы управления терминалом, вопросы собственности терминалов находятся в ведении самих терминалов. Мы не можем в них вмешиваться, что-то указывать. Вентплац – один из терминалов, которому удалось увеличить объем грузов, перейдя на новый причал. Новый сухогрузный терминал Венспилсский свободный порт построил между мостом через Венту и окружным. Самое главное, что мы отдалены от жилой зоны. Теперь мы промышленная зона, и не надо беспокоиться о том, что мы громко работаем, вагоны разгружаем. И мы не будем мешать людям спать по ночам. И, конечно, наши грузы экологичные. У нас хорошие технологии, мы работаем профессионально, и, находясь в промышленной зоне, мы чувствуем себя лучше. Вкладывая в инфраструктуру, управление Венспилсского свободного порта осуществляет главную функцию – помогает развиваться промышленности и поддерживает работу терминалов. Одновременно Венспилсский свободный порт нашел возможность предлагать свои услуги по более низким ценам, что дает преимущество в конкурентной борьбе с другими портами восточного побережья Балтийского моря. Ну что ж, и еще один вопрос, который активно обсуждается среди горожан. Все говорят, что будут строить новый бассейн. А где же он будет расположен? И правда ли, что там будет реабилитационный центр? Mm-hmm. Бассейн? Будет. Ну, думаю, такой. Будет. Где Мы же он уже будет? Уже пару раз рассматривали на комиссии развития города. И последняя комиссия была вчера. Вчера. Я в самом окончании, к сожалению, участвовал. Должен был, у нас была встреча и подписание договора страдания Унистата насчет там, новых врачей. Все это. Над этим надо серьезно думать. И мне кажется, уже ну, такое решение остановились на 8 дорожек по 50 метров. Разделением, возможность разделением... Два такие барьеры ставятся, чтобы, ну, можно, например, 4 на 50, или, ну, 16 по 25, или 4 по 50, и тогда 4 закрываешь, 8 по 25 остается. И, как вы правильно сказали, реабилитационный, это, конечно, будет. То есть это будет прямо в одном здании все, да? Да. И сейчас мы, и там еще идет, еще мы все время работаем над этими функциями и строительным объемом. Но в данный момент мы думаем, что это будет, смотрим на это, где за второй средней, где этот парк, адрес Хулдига 71, ну где... Спорта и Хулдига. Спорта улица. Ну как это такой парк, парчик такой, скверчик да. есть такой, да. ну там. Ну все зависит от объема, месяца там нет, но сейчас мы работаем, чтобы там вместилось там. И вот следующий среду, опять вот время не скажу, можно узнать там, будет опять комиссия по развитию города, и будем дальше рассматривать. Так как наш председатель говорит, это время сейчас мышления, осознавания все это ничего не стоит, потому что, конечно, этот бассейн будет ну, стоить немало денег, и ты строишь его, ну... на следующие 50 лет, на 70. Так что думать надо. То сейчас 7 раз отмерили, да? Да. Ну, как бы остановились, потому что было 25, сейчас на 8 дорожек на 50. Там надо смотреть, как он будет, ну, как его будет пользоваться, все эти графики смотрятся, какие виды спорта можно, это и плавание, и аэробика, и все остальное, что там. Как он, вот, чтобы он был такой уникальный, как, на какие состязания его можно использовать, потому что, конечно, мы будем работать, чтобы привлечь тут других видов спорта и нометнес. Ну. Ну да, и ватерпол можно. Вот, ну, как и все остальное, потому что сейчас очень важная работа, чтобы это создать, потому что проектирование, конечно, займет какой-то год, все это остальное.
Сейчас работаем над этим, так что прошу венсполчанов следить. Есть можно в архиве посмотреть передачи комиссии, как это... Можно в прямом эфире, да? И ты сейчас вот на следующую среду, я просто время сейчас... Телефон записан, но здесь нет телефона. Что, может быть, вот, если не сказал, еще, может быть, добавить, что глубина планируется 2 метра. Это тогда позволяет и водное поло тоже играть, да, и можно, эти синхронные пловцы тоже могут тренироваться именно на этой глубине, да. И считается, что вода будет очень, такая быстрая. Если бассейн глубже, тогда быстрее результаты и лучше, плавается. Чтобы не было... качки воды там и все остальное. И для детей тоже будет отдельно маленький бассейн, как у нас на данный момент, где у нас есть большой бассейн и маленький, да, для обучения детей. Там тоже планируется такой небольшой маленький бассейн именно для обучения детей. Ну, потому что там глубина будет такая, чтобы дети могли учиться плавать. И очень серьезно, как вы правильно заметили, очень серьезно работает этот вопрос по рехабилитации, потому что это понятно, мы хотим его поближе Олимпийскому центру, чтобы это вся была как все в комплексе, потому что эта рехабилитация нужна всем, и молодым спортсменам, и жителям, и все остальное. Это очень серьезно работает. Знаете, еще одно дело, которое мы сейчас не договорили, потому что я остался на всю комиссию. И было принято решение, что в этом комплексе будет еще гостиница. Да, именно гостиница, уровень 4. Прямо на том 4, же месте. Да, 4 звезда, звезд. И потому что аргументация такова, что там очень много будет таких пользователей, которые будут из других даже стран ехать. Да? И, конечно, для них гостиница это очень важно. И уровень, что надо вот идти на 4 звезды, это, по-моему, это очень правильный, потому что все туристы, которые приезжают в Венспилс, они очень этого хотят, но у нас нету предложения такого, да. И сейчас обдумаем, сколько комнат. 40. Комиссия дала указание, надо работать на 40 комнат. Но мы... 30 метров, квадратных метров каждый. Да, каждый 30 квадратных метров. И, конечно, это надо еще и математически посчитать по инвестициям. И, конечно... Но инвестор же у нас уже... Понимаете, с инвестором так. Мы очень много работали с эстонцами, с Латвией, с Германией. Но так, чтобы мы бы сказали, что у нас уже есть подпись на договоре, такого нету. Поэтому мы решили, что давайте будем строить сами и оперировать вот эту гостиницу. Будем, конечно, на аренду дать. И это нормальная практика, которая тоже существует в Европе, когда бассейн, спортивный медицинский центр, тот же самый рехабилитационный центр, плюс гостиница. И все это оперирует, исключая, вот этот бассейн. Все остальное это частные арендировщики. Такая. Так, думаем, мерим. Это думать, не стоит деньги, режем. И будем, как есть, 7 раз надо отмерить, один раз резать. А почему не 5 звезд? Почему 5? Понимаете, по инфраструктуре это будет то же самое, что 4 или 5. 5 отличается только с дополнительными услугами. Например, там частный такси, который эскорт, который от до. И такие мелочи, которые можно потом добавить, но сразу идти на этом это не надо, потому что это опять сададзина как-то. Да, удорожает. Удорожает стоимость, да, и без этого можно обойтись, конечно. Ладно, видел проект Галанцемской библиотеки, очень красиво. Утвержден он или нет, и когда планируется начать строительство? Действительно, давно об этом говорили уже, на какой мы стадии? На стадии такова, что был конкурс именно на идею, как может выглядеть эта библиотека.
И был определен победитель этого конкурса. Это фирма Sarma at North Architects. Да, само помещение, ну, само здание планируется где-то 600 квадратных метров. Вначале... Оно будет по-новому все построено? Да, 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 конечно. Это снесут? Значит, и... место, где, ну, должно быть распределено новая библиотека, это возле детского сада Битита, да? Mm-hmm. Ну, это на улице Кулдигас, Ванагу и Стартю, там, ну, в этом, ну, месте, да? Там 5000 квадратных метров для этого, ну, библиотеки выделено. Земля. Ну, земля, да? Uh-huh. И, значит, сперва было планировано, что, ну, одноэтажное здание было, будет. Потом была идея, что, может быть, надо и два этажа. Но все-таки потом решили, что все-таки идем обратно на один этаж этого uh-huh. здания. Да? Здание будет, ну, в принципе, стеклянного вида, да. Потому что оно, ну, как бы притягивало, чтобы видно было, что там происходит, что люди занимаются там, ну, как такой общественный центр, да? Ну наподобие, как есть... Доступный Степана. Любому, да? Да. Чтобы люди притягивались туда, да? И архитектура, которую предложили эти архитекторы, интересная, она, ну, современная. И я думаю, что проект будет, ну... красивый, хороший, да. Когда он, ну, начнется реализоваться, да, то в этом году планируется технический проект разработать. И, наверное, в 2018 году начнется, ну, строительство, если все благоприятно. Уже не за горами, можно сказать, да? Было голосование за название инновационного центра. Какое же выбрали и что будет дальше? Ну, там было, да, от 6 по 13 апреля можно, и мне тут дали и результаты, там, ну, как бы на два почти, ну, так на первых местах вышло, Винце, это, так получается, наверное, Венспилский инновационный центр, ну, сокращение, и Старт там. Да. И там еще было пару там новых, еще, ну, предложили таких названий. И как мне сказали начальник, отдела маркетинга исполнительной обязанности начальника Райтсрозы будет ставиться вопрос опять на комиссию развития города и выбираться в ближайшее уже время будем выбирать тогда какой-то. Сейчас как бы лидеры вышли Винце и Старт. Каждый по 37 где-то процентов получили за эти, которые участвуют там. 201 участник были, участвуют. Спасибо всем испытаниям, которые участвовали. Ну, будем тогда. Ну, выберут название и... Ну, и все время работается над этим инновационным центром. Надо сам инновационный центр еще работать. Проект уже разработан там? Или еще технически именно? Нет, еще только все начали. То есть мы начали с названия, да? Только архитектор, договор есть. Ну, то есть скоро будет разработан. Тоже идейный конкурс был, и выбрали лучший, ну, по идейному конкурсу, и наподобие этого идейного конкурса будет, ну, пока идет обсуждение, будет технический проект создаваться. Но там тоже много разных нюансов. Хорошо. Ну, работаем, ну, будет. Работаем. Будут ли в открытом аквапарке новые аттракционы в этом сезоне? Новых не будет. Сейчас происходит работа, чтобы... Как можно сказать, чтобы очистить все эти три... трубы сами, чтобы скольжение было, которые, ну, цветные. И пол всех трех бассейнов будет уже очистить. Но пока, то есть, не планируется пополнять ничем новым? Не планируется. Новым, да? Мы думаем, работаем, есть какие-то эскизы, но они тоже так, потому что мы думаем, что там даже мы рассматривали, каким группам по возрасту что не хватало, кажется, что детям маленьким. Мы там даже есть какие-то такие наброски, если можно сказать, уже заметки, но сейчас еще такого ничего не смотрится, потому что, вы знаете, у нас вот бассейн, как мы говорили, у нас есть Родель все время все-таки такой, который... потому что мы самое главное думаем, что вот что Венспилсе... Вот говорит люди о помощи бизнесу, и мы смотрим самоуправление, чтобы как помочь. Родель это думал, чтобы он действовал и летом, и зимой. Потому что мы сами знаем, летом у нас в Венспилсе одно предложение, что и зимой, конечно, хочется побольше, что людям предложить.
Есть разработка, как есть минимум, этот проект технически разработан. Мы знаем, сколько он стоит. Около миллиона. Группа из Олимпийского центра, из самоуправления, и вот Айго был. Мы посетили там, в Литве были, Чехословакии, Польше, такие же самые, подобные, как, ну, мы смотрим, чтобы, потому что всегда надо смотреть и учиться, где это есть уже, чтобы не повторять ошибки. Лучше уже смотреть на другие ошибки. И надо было убедиться, он так и будет зимой работать, потому что как по проекту, что ясно, он идет на 4 оси, чтобы можно тормозить, потому что я читал там отчеты, как пишет, других трассах нету там дистанционного этого регулирования, что, потому что 600 метров где-то около этого спуска, там скорость до 40 км в час, и там надо смотреть, чтобы, ну, сани не сходили, ну, друг на друга не попали. Да. Это все предусматривается, где-то 25 саней будет, и 15 будет из этих, которые впереди стекло, чтобы было. Ну, вопрос будет ставиться, потому как я сказал, миллион – это миллион. Когда будем его, так что, ну, наработаем над этим. Я говорю, бассейн и по спорту много вопросов. Так что, блин, ну, будем ждать. Миллион действительно внушительная сумма. Ну, да. Внушительная, ну, всеми суммы можем называть, но главное, это очень важно искать, чтобы было предложение, что и венспилчанам, и нашим гостям, чтобы было делать и зимой, что венспилчанам приезжали. Они тогда спят в гостинице, кушают, все что-то покупают, ходят. Это очень важно, чтобы так. И надо было убедиться, действительно, при минус 10, минус 15, действительно, ну, люди спускаются на этих саней. Да? Спускаются? Да, спускаются, потому что не все, ну, на горе, ну, с лыжами катаются. Да? Есть, которые приезжают с маленькими детьми, они спускаются. Да? И есть, которые тоже постарше, и есть, которые с травмами люди. Они, ну, тоже хотят какие-то развлечения. Но вы спустились? И действительно, зимой, вот да, мы спускались. Ну и как ощущения? Ну, интересное ощущение. Я говорю, было минус 15 градусов. Конечно, чувствуется этот мороз, и глаза слезятся, да. То есть это было без кабины, да? Ну, без этого. Эти были без кабины. Но у нас тоже планируется, что будет этот защитный. Из 25 у нас 15, ну, планируется. Да. И еще убедились в том, что самая старая трасса была уже 14 лет. И она хорошо ухожена, и она, в принципе, до сих пор очень хорошо, ну, работает. И не будет, требует замены, да? И ничего там, по-большому, ничего не надо менять, да? То есть она долгосрочная, да, эта трасса. Если обслуживание ты, людей, если ты, если тех... ты тщательно ее обслуживаешь, тогда она служит тоже долго. И действительно, и осенью, и весной, вот когда особо нечего делать на горке, да, ну, когда у нас так есть, это было бы одно из таких моментов, которые можно бы как магнит бы притягивать. Хорошее предложение. Надо, да, надо смотреть, ну, как вот 600 метров где-то около спуска, надо смотреть, когда гора будет подниматься дальше, да, ну, как, чтобы мы тоже могли это продлить еще наверх, да, это тоже задание такое. Так, планируется ли еще провести какие-то работы на лугу Сарканмужес-Дамбис, где установили рекорд? Может, еще какую-то клумбу сделать надо? Или стенд информационный установить, что здесь установлен рекорд Гиннесса с именами всех участников? Ну, такие озеленительные работы точно не надо. Там, и сейчас надо подождать, когда зарастется вот эти подснежники, да. Они должны как-то, ну, пойти по сторонам, да. И, конечно, это займет время, но ничего другого сейчас там делать не планируется. Но мы тоже принимали участие, вот все время смотрим, волнуемся, как же вот потом подснежников не будет видно, там вытопчут ногами или как? Вот как, расскажите, как этот процесс? Ничего не угрожает подснежникам? Нет, все так и будет? Там уже трава посеяна даже, и, конечно, летом будем косить, но сейчас, когда они вот должны дождаться... Во-первых, они укоренились, все хорошо, да, там? Но еще нет, но этот процесс происходит сейчас как раз. И они должны ожелтеть, вот эти зеленые отростки, да, и тогда их можно скосить и топтать, и ходить по этой лужайке не будет. И ждать весны, когда? И следующей весны, да. Ну что ж, давайте на этой приятной такой ноте закончим. Как раз сегодня получили оригинал из вот этих... Диплома? Из диплома, да. Они прислали сегодня и утвердили, что официально сейчас вот все...
Все. А вот в Гиннесе рекорда, да. А вот поздравить весь Вестполчанин, да, который участвует. То есть теперь мы можем в книге рекордов Гиннеса искать? Да, уже, по-моему, ну, надо посмотреть самому, чтобы сказать сегодня. Должно это быть уже в интернете и книге Гиннеса. Да. А еще мне задавали такой вопрос, а полагается ли какая-то премия, если ты установил рекорд Гиннеса? Получает ли? К сожалению, нет. Мы должны платить им там, ну, небольшие там деньги, конечно, за то, что они приехали, что они вот поставили вот это в своей книге, да, там они ничего не платят нам. Для нас самим, все вместе участвовали, это подготовка. Длительный период, мне кажется, был очень сложный, все долгий, само сожжение, мы же помним так. Но инициатива от жителей была огромная, да, все. Некоторые расстроились, что не смогли принять участие, что им не хватило места, так что можно продолжать и следующий рекорд какой-то придумать уже тоже связанный с цветами. Много энергии просит тоже. Ну что ж, я благодарна нашим гостям, спасибо Дидзису, Айгу и Гунтесу, до новых встреч. До свидания. До свидания.